Всем привет, вы на канале CarTackle TV, и сегодня у нас обзор карповых удилищ от компании Trekker. На самом деле компания выпускает удилища уже достаточно давно, но так как они малоизвестны, мы решили вам о них рассказать более подробно, более детально. Хотели все это сделать на свежем воздухе, но погода, к сожалению, не позволяет, поэтому пришлось часть видео сделать здесь, в магазине, но мы думаем, что вам это будет интересно. Модельный ряд удилищ состоит из трех серий. Это Trinity, Defi и Propel. В каждой серии есть удилища с разными длинами, с разными тестами. И есть также вспомогательные удилища с подмаркер. И начнем мы с серии Trinity. Это прочные, но достаточно простые удилища, подойдут как новичкам, так и более опытным рыболовам. Но основной целью при создании данных бланков это была цель охватить рыболовов, которые заботятся о своем бюджете. Удилища реально очень простые в использовании и подойдут для широкого спектра карповой рыбалки. Сам бланк выполнен в черно-матовом цвете. Есть голографический брендинг, такая блестящая наклеечка, очень симпатичная. На удилище установлен держатель ДПС 18 мм, который идеально фиксирует катушки любого производителя. Рукоятка классическая, разнесенная, и в конце заканчивается дупломовой накладкой, что позволяет более плотно фиксировать бланк в руке. Установлена фурнитура с керамическими кольцами, вставками, которые позволяют работать как с монолесками, так и с плетенными шнурами, и в зависимости от длины удилища диаметр входного кольца будет разным. Далее кольца идут на уменьшение и заканчиваются противозахлёстным тюльпаном. В целом можно сказать, что удилища Trinity подойдут для любой ситуации на карповой рыбалке. И это хороший выбор как для новичков, так и для тех, кто заботится о своем бюджете. Серия Defi. Бланки были изготовлены из тщательно подобранных углеродных волокон при проекторе и имеют внешний вид такого вывернутого карбона, несколько такой шершавый на ощупь, необычный. Удилищ средний строй, что позволяет работать ими достаточно просто как на забросах, так и на вываживании. И мне, кстати, удалось в этом году половить этими удилищами, испробовать их на нескольких рыбалках. Правда, тест был другой. Длина удилища была 13 футов с тестом 3,5 либра. И, наверное, будет более правильным вам рассказать именно свои ощущения от работы с данным бланком. Бланк работает на забросе как пружина. Полностью загружается, но при условии, что вы правильно подобрали вес для заброса. Оптимальным весом будет 128-121 грамм. И после этого вам остается лишь только задать нужное направление, и вы можете быть уверены в том, что ваша оснастка ляжет точно в точку лова. По дальности, без особых затруднений, удачно получалось ловить на 120 метрах, но, скажем, если нужно уйти подальше, по дальности, нужно было поменять диаметр лески, немного изменить оснастку, и тогда уже можно было уйти за 130 метров. На вываживании бланк раскрывается еще больше, еще интереснее. Великолепно гасит рывки рыбы, не давая ей абсолютно никакого шанса ни на сход, ни на обрыв. Но больше всего бланк начинает раскрываться уже непосредственно возле берега. То есть в той ситуации, когда вам нужно максимально деликатно и аккуратно завести рыбу в подсак, бланк работает полностью, то есть как будто продолжение руки. На удилище установлен катушка-держатель. Fuji DPS, разнесенная классическая рукоятка, оканчивается дупломовой накладкой, что позволяет более четко фиксировать удилище в руке. Установлена фурнитура со вставками из диоксида циркония, далее кольца идут на уменьшение и заканчивается все противозахлёстным тюльпаном. На самом деле, если вы хотите получить полное удовольствие от карповой рыбалки, то удилище Defi — это ваш выбор. И удилище Propel. Это бланки с быстрым строем, которые были созданы для того, чтобы вы могли работать с более тяжелыми весами, с пакетами ПВА, либо, скажем, кормушками тип метод.
При изготовлении данных бланков были приглашены рыболовы, которые обладают дальним забросом. Так, например, Дин Мэйси смог отправить при помощи этого удилища оснастку дальше, чем на 185 метров. И при изготовлении этих удилищ были использованы последние японские технологии и углеродное волокно Торей с классом 1К. Все это было сделано для того, чтобы вы могли ловить на максимально дальнем расстоянии. Кстати, наш коллега Олег из Краснодара в этом году пользовался такими удилищами, но у него удилища были 12 футов и 3,5 либра. Надо сказать, что с его слов я понял то, что человек остался очень доволен, особенно при уважении крупной рыбы. То есть он говорит, то, что рыбу разворачивал так, как ему хотелось. То есть направлял ее в нужном для себя направлении. И надо сказать то, что мы тоже подумываем на будущий год перейти на более короткие бланки, а именно 12-футовые. Связано это с тем, что очень часто на рыбалках что-то мешается за спиной для заброса, либо просто не очень комфортно себя чувствуешь с длинными удилищами. О внешнем виде удилища это вообще отдельный разговор, можно долго разговаривать, но скажу вам более кратко. По длине всего бланка идет сетчатый рисунок. И с виду удилище кажется таким легким и деликатным, но после первого заброса вы понимаете то, что под кажущейся деликатностью скрывается огромнейший потенциал. На удилище установлен катушка-держатель Fuji DPS 18 мм, вся рукоятка одета в термоусадочную пленку. Стоит фурнитура со вставками из диоксида циркония, которая позволяет работать с любыми монолесками, плетеными шнурами, не встречая при этом никакого сопротивления на забросе. Далее кольца идут на уменьшение, все заканчивается противозахлестным тюльпаном. В целом можно сказать то, что удилище пропил это удилище, которое создано для работы на дальних дистанциях, но при наличии определенной техники заброса. Надеемся, вам понравился наш обзор. Мы всегда показываем вам что-то новенькое и интересное. Если у вас возникают какие-то вопросы, задавайте их нам в комментариях. Мы с удовольствием вам на них ответим. До новых встреч!